Химический институт имени Александра Бутлерова Казанского федерального университета находится в центре так называемого университетского городка. Ежегодно он выпускает множество высококвалифицированных специалистов в области химии. В институте представлен широкий спектр направлений и разные ступени высшего образования – бакалавриат, магистратура и специалитет. Сегодня мы говорим, что Химический институт имени Бутлерова Казанского федерального университета является ведущим научно-образовательным центром. То есть изюминка нашего образования, что помимо того, что студент посещает лекции, практические занятия, овладевает навыками химического эксперимента в ходе лабораторных занятий, он может буквально с первого дня обучения в стенах работать в исследовательских лабораториях. Химический институт имени Александра Бутлерова готовит как ученых-химиков, так и преподавателей. Направления подготовки представляют перед собой обширную область исследований в отрасли. Здесь можно пройти обучение по специальности инновационные материалы и методы их исследования, где студенты учатся создавать новые композиционные материалы. Также существует направление химоинформатики, где проводятся исследования свойств и многое другое. В этом году на программу подготовки бакалавров химии выделено 75 бюджетных мест. Такое же количество мест, то есть 75 бюджетных мест, выделено и на программу специалитета «Фундаментальная и прикладная химия». На программу подготовки «Педагогическое образование» и «Химическое образование» выделено 25 бюджетных мест. Но и на магистерские программы выделено 60 бюджетных мест на направление «Химия» и 15 бюджетных мест на направление «Педагогическое образование». Новые подходы в преподавании химии. Помимо фундаментального образовательного процесса, институт славится высококачественным и новым оборудованием. Здесь функционируют 30 оснащенных лабораторий, в которых студенты могут заниматься развитием своих стартап-проектов, пройти практику и использовать в качестве подкрепления теоретических знаний. Как отмечают сотрудники, в Химическом институте имени Александра Бутлерова Казанского федерального университета проводится большое количество практических занятий, олимпиад, а также образовательных конференций, которые помогают студентам активнее включаться в образовательную деятельность и свою профессию. Приходи, Химический институт имени Александра Бутлерова Казанского федерального университета ждет тебя. Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости.